Всем привет, меня зовут Лиза, и вы на моем канале. И в этом ролике у нас будут обзор покупочек с сайта Joy by Joy. Итак, поехали. Я на самом деле не помню, что я покупала. Сейчас будем с вами открывать, она прям закрытая. И смотреть. Единственное, помню, подсчетчик хотела. Так, открываем. Ой, ну тут, как обычно, очень много наполнителя. Я думаю, что будет проще все вытащить. И начнем с чего? Прям по порядку буду брать, чтобы будет попадаться. Значит, что у меня здесь? Три маски от Skin Light. Вот такие. Значит, с чем у меня тут? Маска для лица успокаивающая с коллагеном и огурцом. Я такую пробовала, и она мне очень нравится. Всем советую. Дальше Skin Light увлажняющая маска с травами. Тоже классная, я такую пробовала, она мне тоже очень нравится. И то, что я не пробовала, маска для лица увлажняющая с коллагеном, экстрактом алоэ. Такую я не пробовала от Skin Light, попробую, обязательно вам, естественно, расскажу. Дальше, из-за чего, собственно, я заказала, вообще заказ сделала, вот такие патчи. Если наконец-то заказала вот такие патчи, я просто о них мечтала, ну, блин, на них ценник был. Тогда, когда они пошли в моду, что-то в районе 1200, а сейчас я заказала их по 690 рублей. Так, посмотрим. Все зафольгировано, поэтому мы не посмотрим. Ну, собственно, я думаю, что об этих патчах вы уже все знаете. Дальше, от кафе красоты заказала себе вот такую вот масочку, увлажняющая маска-паста для лица. Вот такие вот их минички. Мини-мини. Тоже ни разу не пробовала, попробую и обязательно расскажу. Так, это что у меня? Глубокое увлажнение, вот это красное, а это тоже увлажняющее. Собственно, вот такие две малышечки заказала. Очень интересно будет попробовать. Так, поехали дальше. Заказала себе от Белли. Там вот такой вот, значит, маска для лица, ромашка, успокаивающая. Очищает и успокаивает, увлажняет и подтягивает. Мне очень интересно, как будет ромашка пахнуть. И тоже все зафольгировано. Но эту я открою. Ой, пахнет очень вкусно. Такой нежный-нежный, такой еле-еле ромашка. В общем, тоже не пробовала, попробую и расскажу. Так, что у нас тут еще? От Эвелин тоже маску с алоэ, увлажняющую. Тоже не пробовала, тоже, естественно, расскажу. Классная такая маска, надеюсь, будет. Также маска для лица. Активная маска для лица, питание и увлажнение для сухой и нормальной кожи. От Натуры Сибирики. Вот такая маска. То есть, ну, естественно, тоже не пробовала. Естественно, тоже расскажу. Прям масок у меня. Так, ну тут, как обычно, маска для лица ультралифтинг от Markel. Никакого ультралифтинга тут нету, но сама по себе маска такая вот сейчас на зиму будет очень хорошо, потому что она прям реально очень сильно увлажняет из-за того, что она прям такая жирненькая. Мне нравится очень, классно, ультралифтинга нету. Свой любимый от Markel для расчесывания, вот такой вот. Спрей. Очень-очень люблю его, очень всем советую. У меня там закончился уже, я сейчас мучаюсь, но очень классный, всем советую. Дальше, также маска грязевая, тоже мне она от Bitex. Она мне очень нравится для сухой и нормальной кожи. Всем советую. В общем, классная вот эта маска, заказала уже, наверное, третий раз я ее заказываю, да, третий раз. Классная маска, всем советую. Так, из масок, что еще? Из масок я заказала себе вот такую альгинатную маску. Вот такую, я ее уже пробовала лет 5 тому назад. У кого, девочки, прыщики, высыпание, она очень сильно помогает. Я помню, тогда у меня зимой прям, у меня когда ноги мерзнут, у меня сразу все это на лицо.
И я ее делала где-то, наверное, прям 7 дней подряд, по-моему, 7 или 8. И у меня прыщики прям все ушли. То есть классная маска, я всем советую, альгинатная. Дальше что у нас еще? Также от Markel супер увлажняющая маска. Так, что у нас с клубничкой. Супер увлажняющий. Ну, тоже пробовала, тоже хорошая. Но, кстати говоря, вот если вот сравнивать вот эти две, то вот это вот увлажняет намного лучше, чем вот это. Потому что вот у этой состав такой, знаете, он жирноватый. И вот для зимы, вот сейчас холодов, это просто вот супер. Вот это, а у нее состав более, как бы, это даже сказала бы, не жирный вообще. Вот, но тоже классная маска, действие есть. Заказала свою любимую тушь от Vivienne Sabo Cabaret у меня. Обожаю эту тушь, кисточку тоже эту обожаю, обожаю, обожаю. Еще заказала себе вот такой наборчик от компании Limoni. Никогда не сталкивалась с этим брендом. Ну, даже не знаю, возможно, попробую, возможно, сейчас Новый год, может быть, кому-нибудь подарю. Если за новогодние праздники никому не подарю, то оставлю себе и, собственно, буду пользоваться, посмотрю. Также от компании Limoni заказала себе вот такую вот единичку теней. Хочу, девочки, найти свой идеальный коричневый оттенок теней. Но пока мне, чтобы прям вообще вау-вау, у меня нет. И вот сейчас я буду пробовать по единичке заказывать. Я даже не знаю... Вот такой вот. Открыть получится его, интересно. А, получится. Ну, тут такая единичка, она даже не закрыта. То есть вот я открыла ее, и вот она. Ой, ну еле-еле. Так, если честно. Видите, да? Еле-еле. Ну, ладно, посмотрим. Может быть, на глазах она по-другому будет себя вести. Так, от компании Evelyn также заказала себе сыворотку для ресниц. Вот такую вот. Я ни разу не пробовала. А то Evelyn, я вообще сыворотки пробовала, но от Evelyn я ни разу не пробовала. Заказала попробовать. И последнее, что у нас будет, это палетка для бровей от Essence. Девчонки, советую, беру уже, наверное, раз пятый. Бюджетно и офигенно делает брови. У меня вот темные оттенки, вот какой это номер? 01. Но это темнее, чем вот второй у них. И на этом мои покупочки закончились. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи!